Латала лыка за гаечка за гаечку, болтик за болтик. Пятый канал зажигает звезды, представляя известные личности в новом амплуа. Так, к премьере третьего сезона детектива «Последний мент» на перевоплощение решился певец Денис Майданов. И звездный бэкстейдж решил узнать, что же нас ждет. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Как хорошо, что есть август. И хорошо, что есть лето. А то говорят, что его не было ни в Москве, ни в Питере. А у нас, видите, прекрасное лето. Еще и в кино попал, представляете? Так расскажите же скорее нам про свой эксперимент. Я решил своего старого друга Гошу Куценко выручить. Он из серии в серию в сериале «Последний мент» никак не женится, никак не определится с любовью. Вот. Поэтому наконец-то это произошло, но один он не справлялся, поэтому в кадр вошел я, бросил гитару, бросил гастроли и снялся в роли его друга. Сюжет замечательный, сценаристы отличные. Сыграли, мне кажется, с Гошей мы очень трогательно. Сейчас я хотел бы уступить этот микрофон своему доброму другу. Эй! Мы вновь с Гошей вспомнили, как мы умеем петь, и это нам помогло завоевать женщину. Сериал «Последний мент» — это потрясающая находка, сценарная. Во времени она очень правильная, постоянные отсылы к тому времени, который страна прожила и тоскует по нему. Я 20 лет назад в МММ две получки вложил. Как думаешь, там много накопилось? И Гоша Куценко, его герой, он тоже явный, яркий представитель того поколения, из которого мы все получились. Это не УВД. Это Пентагон какой-то. Поэтому это все стреляет, работает и безумно нравится телезрителям. Знаю, что у вас есть актерское образование, и вы вообще имеете опыт работы в кадре, но делаете это нечасто. Почему для «Последнего мента» сделали исключение? Кино – это просто продолжение того, чего бы я хотел, о чем бы мечтал. Я шел по двум направлениям. Музыка, конечно, была приоритетом. Но в кино играл, ходил время от времени. Потом, когда музыка окончательно победила, ставка на нее сработало, вот, то съемки в кино это стало просто так вот по случаю. Для этого нужно остановить гастрольный график. Благодарен Пятому каналу, спасибо, что помогли исполнить мечту моего детства. Мне все-таки нравится, когда режиссеры мне подсказывают, говорят, давай так, давай так. И вот в кинофильме «Последний мент» все-таки у нас был диалог с режиссером, и мы разговаривали о том, какой персонаж Денис Майданов. Хотя понятно, что это Денис Майданов, что он поет, но все-таки это была какая-то канва уже такая режиссерская. И что нового добавилось к вашему образу привычному? К моему привычному образу добавился Гоша Куценко. Мне осталась одна собака. Когда мы впервые соединились с Гошей в программе «Две звезды», это мгновенно переросло в дружбу, потому что некогда семьи друг к другу в гости ходить, поэтому каждый из нас вылил все, что он знает, хочет, говорит, думает. Мы обменялись вообще всем, чем могли обменяться, и завязалась крепкая, нормальная мужская дружба, и оказалось у нас очень много общего. Можно даже в антрепризе нам выступать, делать какие-то отдельные такие вот мероприятия, Майданов и Куценко. Ну, с имиджем у нас проблем нет, я имею в виду совпадение, понимаете? На глаза ближе. В своих интервью вы говорили о том, что долгие годы вы разрывались между зарабатыванием денег и творчеством. Но вот сейчас вы известны всей стране. Сейчас уже материальный вопрос благополучно разрешен. Что изменилось? В ощущениях, в настроении, в целях? Хороший вопрос. Вообще, на самом деле, останавливаться никогда нельзя. Но не разрешу себе остановиться. Действительно, точка невозврата пройдена. В нашей стране на сцене есть топ-100, наверное, музыкантов. И ты один из них, человек, который имеет свою аудиторию, она его любит. Она уважает его творчество, его песни. Действительно, это все состоялось, и ушло на это 8 лет. В 2009 году я вышел на сцену, и сейчас, в 2017, я могу сказать, что да, все получилось, все произошло. Ничего не жаль, ни минут, ни слез, дайте не сдать слез. Спасибо большое всем людям за внимание к моему творчеству. Нельзя не уважать свою судьбу. Тебе Господь дал столько, сколько ты можешь потянуть. На первом этапе, да,
Бывают счастливые случаи, бывает везение, бывает твоя молодость непредсказуемая, которая сама выводит куда-то по интуиции. Но потом, когда все-таки ты попал уже дальше в струю, в какую-то, в рабочую, зависит уже только от тебя, насколько ты продуктивно и качественно работал. Хочется увидеть детей, потому что их двое за это время гастроли получилось. Иногда я приезжал домой, вот, и от этого рождались дети. Дочке моей 9 лет, сыну 4 уже будет. Прекрасное чудо природы, которым очень хочется уделять много времени. Хочется их видеть, и ты понимаешь, что ты за них в ответе, за их будущее. Посвятил полжизни себе, теперь полжизни буду посвящать детям. Что я еще хочу от этой жизни? В кино я хочу сниматься. Куценко, выйди из кадра. Класс! Что это было? С кино надо подружиться. Знакомых режиссеров, когда встречаю, говорю: ребят, найдите мне что-нибудь. Я уже все в музыке отборолся, уже как бы могу чуть-чуть себе позволить и выделить время на кино. И возвращаясь от хорошей роли к последнему моменту, что бы еще хотелось пожелать зрителям Пятого канала? Я пожелаю зрителям Пятого канала открытий. Потому что когда сериал идет, и все уже, в принципе, замылилось, уже просто какие-то новые сюжетики, но вроде это все уже было по второму разу, по кругу. Вот такого с последним ментом не происходит, и я желаю зрителям Пятого канала вновь и вновь удивляться. И вы не представляете, что для вас приготовили сценаристы, актеры и Пятый канал. Это настоящий движ, настоящее удивление, настоящий праздник кино на Пятом канале. Мы будем ждать новых открытий и настоящего праздника кино. Совсем скоро смотрите «Последний мент» на Пятом канале.